Продолжим наше путешествие по святым местам Иерусалима. Мы снова у новых ворот. И продолжим мы его теперь внутри старого города и пойдем до храма Гроба Господня. Мы идем с вами по христианскому кварталу, и тут все уже украшено к Новому году и Рождеству. У каких бы ворот старого города вы ни оказались, войдя в них, можете дойти до гроба Господня. Самый распространенный путь к гробу Господню – это от Явских ворот, куда обычно привозят всех паломников и ведут по самой многолюдной улочке с большим количеством торговых лавочек. Иногда даже можно попасть в пробку из-за большого количества паломников, туристов и местных жителей. Второй, не менее распространенный путь к гробу Господню – от Новых ворот. Он более спокойный, так как большая часть пути – без торговых лавочек, с меньшим количеством людей. Именно этим путем мы и идем. Итак, мы дошли до первого поворота. Если повернем направо, пройдем мимо Латинской патриархии и придем к Явским воротам. Но мы с вами поворачиваем налево и идем ко храму Гроба Господня. А по пути посмотрим, где находится еще несколько греческих монастырей. Первый монастырь, который мы проходим, находится по левой стороне. Это греческий монастырь Василия Великого. Идем дальше. Следующий монастырь, который мы встречаем с правой стороны, монастырь святых Феодоров. Этот небольшой греческий монастырь
посвящен памяти двух воинов-мучеников начала IV века, святому Феодору Тирану и святому великомученику Феодору Стратилату. В храме два престола, верхний во имя святых Феодоров, а нижний святителя Спиридона Тримифонского. В XIX веке до начала строительства подворья русской духовной миссии в Новом Иерусалиме монастырь часто служил местом, где размещались русские паломницы. Выходим из монастыря и продолжаем идти прямо до следующего перекрестка. Спускаемся по ступенькам и поворачиваем налево. Если пойдем прямо, то выйдем к Явским воротам. А мы поворачиваем налево и идем прямо. Следующий греческий монастырь, который мы встречаем, будет с левой стороны. Это монастырь святителя Николая. Зайдем во двор и посмотрим. Храм в честь святителя Николая Чудотворца был построен в черте Иерусалима при императрице Евдокии в память о посещении святителем святого города. Храм капитально отремонтирован в 1873 году. Над резным деревянным иконостасом главного предела
установлено распятие, перенесенное сюда из Вифлеемской церкви Рождества Христова. Южный предел посвящен Антонию Великому, северный – великомученице Варваре и Иоанну Дамаскину. Выходим и продолжаем путь прямо к гробу Господню. Перед нами греческая патриархия. Комплекс зданий патриархии расположен в непосредственной близости от храма гроба Господня. Патриархат занимает здания по обеим сторонам греческой патриархии, соединенные между собой мостиком на уровне второго этажа. С левой стороны находятся парадные залы, где патриарх Иерусалимский принимает паломников. Здесь расположена современная домовая церковь во имя Святаго Духа. С правой стороны находится храм Константина и Елены. Вход в храм расположен на крыше патриархии, где в непосредственной близости можно увидеть купола храма гроба Господня, колокольню, а также сверху полюбоваться видом святого двора. К сожалению, из-за эпидемии ни к храму, ни на крышу не пропускают. Продолжаем путь к гробу Господню. Спустимся вниз и повернем направо. Итак, мы дошли до поворота, теперь повернем направо и пойдем прямо. Но прежде чем мы пойдем прямо, хочу после того, как мы спустились, повернуть налево, чтобы показать вам западный вход в храм гроба Господня. Это арка, за которой при крестоносцах был вход в храм. Пройти через нее можно было в помещение за пределом явления Господа Деви Марии. Ну что ж, нам осталось совсем немножко. Идем прямо. Перед поворотом ко храму мы видим вот этот светящийся крест. Правда, днем он не светится. А за ним через пару метров поворот налево. И мы с вами почти у цели. Что, папа?
поворачиваем налево и спускаемся до мечети Омара. Снова поворачиваем налево, и мы у ворот на Святой двор. Осталось только спуститься по этой широкой лестнице. Перед нами вход в храм Гроб Господня. Площадь перед храмом Гроба Господня называют атриумом или святым двором. На этом наше путешествие на сегодня закончилось. Мы с вами дошли от новых ворот до храма Гроба Господня и увидели, где находятся четыре греческих монастыря.